на ремонте. Вот такой вибратор с диагнозом не работает. Ну, для того, чтобы проверить, конечно, сначала открываем крышку. Открывается для доступа к проверке кнопки и кабеля. Откручиваем вот эти винты и вот еще вот эти два винта для того, чтобы открыть вот эту часть. Поэтому для этого надо вот эти винтики вытащить, и она тогда подастся открываться вот так. Ну, теперь нужно прозвонить, есть ли контакт сюда и будет ли работать. Я уже прозвонил, и получилось, ну, звониться очень просто. Берем вилку и проверяем на прозвонку. Ну и тут такая ситуация, что он может же то звониться, то не звониться, потому что, значит, берем какое-то состояние, вот так, есть, и вот так есть. Но когда включаю 220, то работает, то не работает, когда пошевелишь вот здесь. Проверил кнопку. Кнопка проверяется, этот контакт соединяется в конце концов с этим, при нажатом, а этот с этим. Нажимаю, звонится. Значит, туда все идет. Вид щеток неплохой. Поэтому, ну, суть в чем, что когда вот так вот шевелишь, то звонится, то не звонится. А это значит, что проблема вот здесь. Собственно, и на нее попасть непросто. Так. О, вот смотри, я шевелю синий провод, шевелю, сейчас есть, ага. Но могу попасть на такое положение. И вот сейчас нет. Нет, есть. Ну, короче, иногда я попадаю на такое положение, когда нет. Ну, во включенном состоянии, когда включаю 220, когда шевелю, то пропадает, то нет. Потому что, видимо, низкое напряжение еще проходит, а при высоком не хватает контакта. Поэтому вот здесь разрезаем. Зачищаем, вставляем, и будет отремонтирован аппарат. Как называется, неизвестного происхождения аппарат, поэтому ничего в этом отношении не скажу, но это глубинный вибратор. Как видим, можно легко ремонтировать различную технику, нужно только небольшая смекалка, тут даже просто лампочкой можно проверить, 220 приходит сюда или нет. Включаете в розетку, а сюда лампочку. Если приходит, значит, с кабелем все нормально. Но тут нажимаю кнопку, все работает. Поэтому в зависимости от того, в каком положении. Хозяину просто, видимо, рабочие сказали, что не работает. Он привез мне. Вот так легко. С помощью отвертки и ножика, чтобы можно было зачистить, можно отремонтировать хороший аппарат. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.